Так, всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Ну и с известной торговой площадки пришел вот кабель USB 3.0 и M сериала ТА для подключения либо с внешней стороны OptiB, либо DVD-ROM-а. Ну и со второй стороны, где USB 3.0, подключение его непосредственно к компьютеру, ноутбуку и так далее. Например, если у вас была модернизация и вы вытащили свой CD-ROM, чтобы его не выкидывать, вдруг пригодится, то есть служит вот этот кабель, чтобы не покупать отдельно внешний привод. Давайте посмотрим, что находится внутри. А внутри находится кабель. То есть M сериал ТА, или мини, или микро его называют, или мобайл. Ну и USB 3.0. То есть вот такой кабель. Дальше, если вот у вас есть CD-ROM, можно посмотреть видео модернизации ноутбука, где мы снимали, где присутствует M-сериал ТА подключение. То есть они совпадают. Дальше подключаем. Ну а это конец. Подключаем ноутбуку. Ну или компьютеру. И все, у вас внешний DVD-ROM без драйверов, без проблем подключается. Так, ну и давайте посмотрим, как подключается и как работает данный кабель вместе с этим DVD-ROM. Смотрим. Так, ну и давайте посмотрим, как подключить при помощи кабеля DVD-ROM. Сейчас, как видим, у нас его нету. Ну и слышали звук подключения. То есть вот он у нас появился. Все работает. То есть достаточно купить кабель, и у вас от ноутбуков, оставшихся при модернизации, можно пользоваться CD DVD-ROM-ами. Так, ну всем, кому было полезно использование данного кабеля, спасибо за внимание. До следующих видео. До свидания.